души моей зазноба. Играй, гармонь, звени на все лады. Играй, гармонь, играй, гармошка, чтобы звучали песни, ладные, как ты. Красивая, веселая, живая, полна задора, удали, огня. Ты, может быть, и не подозревая, вытаскиваешь душу из меня. Играй, гармонь, назло стихии, воюй за правду и добро. В тебе живет душа России, прекрасных звуков серебро. Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня у нас праздник. Праздник русской гармонии, праздник задушевной песни, озорной частушки, праздник русской души. А дарят нам его наши талантливые земляки-ливенцы. Ох, как же голосисто поют лады гармонии в руках юной, хрупкой красавицы Дианы. И льются песни прямо в сердца. Встречайте, Диана Грандина. Гармошечка, играй! Yeah.
целый вечер будут также звучать ваши аплодисменты. Ну, а мы продолжаем. Я сейчас хотела бы немножко шире представить вам Диану. С раннего детства она увлекалась творчеством. Танцы, художественная школа, различные кружки и даже спортивные секции. К слову сказать, родители не занимаются музыкой, но папа Дианы, в свое время не получивший профессионального музыкального образования, но очень влюбленный в музыку, его отец всегда играл на гармонии. Отдал своих девочек, а их две дочки, в музыкальную школу. Так Диана стала учиться сразу в двух школах. В школе музыкальной номер один по классу синтезатора и по классу гитары, в музыкальной школе номер два. Таким образом, смогла освоить еще и баян, и аккордеон. Но победила любовь к гармонии. Да, и педагог оказался высочайшим профессионалом. Захотелось еще и петь под свой аккомпанемент. И Диана пришла сюда в Лидер на занятия в студию «Капельки». Сейчас Диана студентка Орловского музыкального колледжа. Вот так за эти годы, участвуя в различных конкурсах, она стала победителем Всероссийского конкурса гармонистов «Гармонь без границ», победителем международного конкурса «Ветер перемен», лауреатом телевизионного международного конкурса в номинации «Вокал. Таланты России». Ну и многие другие конкурсы и фестивали, в которых участвовала Диана, приносили ей заметные отличия от других участников победы. Она же участница Орловского ансамбля «Душа России». Не удивляйтесь, эта хрупкая девушка сильна, а потому мощно звучит в ее руках тяжелый красавец-аккордеон. Казачка солнцу красному подстать. Диана Грандина. Thank you.
Мысли мотаю, я не знал, кого
ее красота. Земли ее щедрость без меры. Впиталась в нас с детства ее доброта, любовь и надежда, и вера. Диана Гранкина. Молился.
композиции «Молитва старого монаха». В июле этого года Диана стала победителем Международного православного молодежного фестиваля в городе Витебск, Белоруссия. Диана Гранкина. Следующее произведение в исполнении Дианы называется «Голубая ночь». Солнце село.
которые звучали у нас в начале, это песни Звалокиных. И в прошлом году Диана была приглашена в Новосибирск для участия в юбилейном концерте памяти Геннадия Звалокина. И достойно выступала, и мы все радовались за нее, и смотрели по телевизору. Так что в репертуаре Дианы много песен, именно песен Звалокиных. Ну что ж, мы да, здесь должны быть аплодисменты. Знаете, вот Ленинская земля, я всегда говорю и знаю об этом, и работаю уже сколько в сфере культуры, что Ленинская земля действительно рождает талантливых людей и вообще много великих имен, которые прославили нашу Россию, известны далеко за пределами. Ну, мы пожелаем этого и Диане, а пока продолжаем. Звучит «Мотание». Я
исполнить песню своей любимой бабушки Любы. Так что пусть внимательно слушает. Она сидит в зале.